Яков Сандаков предстанет перед судом. Расследование уголовного дела в отношении экс-министра здравоохранения Прибайкалья завершено. Он обвиняется в получении взяток, отмывании денег, халатности и злоупотреблении своими полномочиями. По версии следствия, бывший чиновник не принял меры для предоставления детям с сахарным диабетом инсулина, тест-полосок, глюкометров. Также в деле два эпизода получения взяток на сумму 8 миллионов рублей. Деньги экс-министр легализовал и купил на них квартиру в Москве. Еще из-за действий чиновника был причинен ущерб бюджету региона на 18 миллионов рублей. В целом объем уголовного дела составил 73 тома.